Вовка с Мишкой были закадычными друзьями. Они дружили с детства. Они недавно закончили школу и не задумывались, по какому пути им двигаться в жизни. Только началось лето, и им хотелось отвести душу после окончания школы. Однажды вечером, сидя на лавочке, у них завязался разговор о мифах и легендах, которые ходили у них в поселке. «Вовка, ты веришь, что оборотни и вампиры существуют на самом деле?» – спросил Мишка. «Верю. Моя бабушка мне рассказывала, что еще ее бабушка видела оборотня и вампира. Тогда она чудом осталась жива», – ответил Вовка. «Да врешь ты все», – сказал Мишка. «Хочешь – верь, хочешь – не верь. Но они существуют». «Я верю своей бабушке», – ответил Вовка и замолчал. Мишка понял, что друг обиделся, и сказал: «Ладно, не обижайся. Расскажи, что тебе рассказывала бабушка». Вовка вздохнул и стал рассказывать. «Однажды моя прабабушка поздно вечером возвращалась домой из соседней деревни. Дорога проходила через лес. Уже совсем стемнело. Только полная луна освещала ей путь домой. Она уже 100 раз пожалела, что не осталось ночевать у родственников. Дул ветер, и он качал деревья, от которых со всех сторон раздавались скрипы и потрескивание сучьев. Ей было очень страшно, и она не оборачивалась, ускорила шаг. Прабабушка про себя шептала какую-то молитву и крестилась. Когда она приблизилась к дому помещика, который находился на краю нашего поселка, и сейчас он стоит заколоченный, страх стал сменяться радостью, что она уже почти у дома. Но рано она радовалась. Из дома помещика вышел ей навстречу какой-то мужчина. Приблизившись, она поняла, что мужчина незнакомый и необычной внешности. Она остановилась, ее сердце бешено заколотилось в груди. Она стала всматриваться в человека. Луна светила прямо ему в лицо, которое было незнакомо ей и напоминало цвет луны. Он был в черной шляпе и такого же цвета накидке. От него веяло каким-то жутким холодом. Она была в панике и не знала, что делать от страха. «Кто вы? И что вам нужно от меня?» — еле смогла выдавить из себя эти слова прабабушка. Мужчина стал приближаться. Его тонкие губы растянулись в улыбке. Рот приоткрылся, и она увидела 2 длинных клыка. Ее парализовало от страха, и она не могла двинуться с места. Стало трудно дышать, и поэтому она не могла кричать. Но вдруг вампир повернул голову в сторону леса, и его улыбка сменилась ужасным оскалом. Он повернулся в сторону леса и зашипел, как злая кошка. Она повернула голову в сторону леса и увидела, что из леса вышел волк. Но он был очень крупный, и шерсть была черного цвета. Он рычал, а глаза у него были красного цвета. Прабабушка отступила на несколько шагов. Волк встал на задние лапы, и прабабушка ужаснулась. Оказалось, что все тело его было похоже на человеческое, кроме волчьей головы. Он двинулся прямо на вампира, но он не отступил и прыгнул на оборотня. Они сцепились в схватке и покатились кубарем в кусты. Прабабушка, долго не думая, бегом побежала к своему дому. Она рассказывала, что так быстро никогда не бегала. Вот такая история, Мишка. «А как их схватка закончилась?» – спросил Мишка. «Ей было не до того. Она спасалась бегством», – ответил Вовка. А потом продолжил: «Ходит легенда, что оборотни с вампирами враждуют. Как, к примеру, кот с собакой. А может, добычу стали делить. Этим и воспользовалась прабабушка. Интересно, конечно, но все равно что-то не верится мне во все это», – сказал Мишка. И продолжил: «А правда, что помещик сам был вампиром?»
Правда, его никто никогда не видел. Он только ночью выходил из дома. «Правда», – ответил Вовка. «Вампиры не переносят солнечного света. А кто попадался ему ночью, то они пропадали бесследно. Только моей прабабушке удалось чудом спастись. Ведь до сих пор время от времени пропадают люди. Значит, они попали на пути вампиру или оборотню». Рассказывая это, Вовка стал смотреть по сторонам. Уже начинало темнеть. «Ты думаешь, что помещик до сих пор живет в своем доме?» — спросил Мишка. «Уверен, что он там. Бабушка говорила, когда у него была прислуга, он их не трогал. Они служили ему и никого в дом не пускали. А после революции сами закрыли днем его в подвале, где он спал в своем гробу, и заколотили все окна и двери», — закончил Вовка. «Все это сказки», — сказал Мишка и добавил: «Пойдем проверим и положим конец этим байкам». «Ты что, дурак, Мишка? А вдруг это правда?» «А, так значит, ты сам не уверен в правдивости этих баек?» — спросил Мишка. «Не знаю. Только почему-то я не могу не верить своим бабушкам», — ответил Вовка. «Пошли, не боись. У меня на ключах брелок, фонарик. Сейчас мы все разведаем», — сказал Мишка и потянул Вовку в сторону заколоченного дома. Вовка с неохотой, но подчинился другу. Когда они подошли к дому, уже стемнело. Полная луна освещала двухэтажный особняк. От его зловещего вида кровь стыла в жилах, и пробежали мурашки по коже. «Может, пойдем домой, Мишка?» «Ты чего, испугался?» «Никого нет, все тихо. Зайдем проверим, байки это или нет. Если что, дадим дёру. Ты же быстрее меня бегаешь. А со страху тем более, я за тобой не угонюсь. Так что первой жертвой буду я. Мы еще будем с тобой смеяться над этими байками. Пошли», — сказал Мишка. Они подошли к двери. Мишка взялся за доску, которой была заколочена дверь, и она развалилась от старости. Вторую доску оторвали легко. Вовка дернул за ручку двери, она со скрипом отворилась. Они прислушались. Внутри было тихо. «Ну что, пошли», — сказал Мишка. Включив фонарик, он вошел в дом. Вовка последовал за ним. Они осматривали комнату за комнатой. В доме никого не было. Только разбросанные вещи и старинная полуразломанная мебель. Они подошли к двери, которая вела в подвал. Она была закрыта на навесной замок, и массивный комод был придвинут к ней. «Ну что, Мишка, видишь, на самом деле дверь заперта, да еще и подперли ее, не просто так». Но Мишка не верил в вампиров и оборотней. «Вот проверим подвал и убедимся, правда это или нет». Он стал искать, чем взломать замок. Под руку попала кочерга. Комод оказался тяжелым, и они еле отодвинули его. С замком они промучились подольше, но им удалось взломать его. Мишка толкнул дверь, и она также со скрипом отворилась. Они посветили фонариком. За дверью была лестница, которая вела в подвал. «Мишка, ну его в баню. Может, пойдем отсюда?» «Да мы уже у цели. Сейчас узнаем правду о всех этих сказках. Иди за мной», — сказал Мишка и стал спускаться по лестнице. Вовка нерешительно, но последовал за другом. Лестница закончилась, и они оказались в квадратном помещении. Мишка сначала светил фонариком пол помещения. Когда он начал освещать комнату, они замерли на месте, когда увидели под ногами человеческие черепа и кости. Они тряслись от страха, прижимаясь друг к другу. Потом луч фонарика упал на гроб, который стоял в глубине помещения. Он был открыт, и внутри никого не было. Луч фонарика задрожал в трясущихся руках Мишки. Они, как по команде, повернулись к лестнице, чтобы бежать отсюда,
без оглядки, но перед ними стоял мужчина. Он был в черной накидке и в шляпе. Его худое лицо пугало своим почти белым цветом. Тонкие губы расплылись в улыбке и показались два длинных клыка, а его глаза светились красноватым цветом. Парни вскрикнули от страха и застыли на месте. Мишка хотел проскользнуть вверх по лестнице, но вампир ударил его наотмашь рукой так сильно, что тот отлетел на 3 метра. Вовку он схватил за плечи и прижал к стене. Вовка молил о пощаде, но вампир прокусил его шею и стал жадно пить его кровь. У Вовки в глазах помутнело, и он начал кричать от боли и просил о пощаде. Вампир перестал пить его кровь. Он поднял голову, закрыл глаза от удовольствия. Вампир наслаждался от вкуса крови и не заметил, как Мишка выскользнул из помещения и уже поднимался по лестнице. Обнаружив пропажу, он отпустил Вовку, который осунулся по стене на пол, и потерял сознание. Вампир, не касаясь ногами пола, стал преследовать Мишку. Но было уже поздно. Его нигде не было видно, и вампир вернулся в подвал. Вовка стал приходить в себя. «Не бойся», — сказал вампир. «Теперь ты будешь таким, как я». Но Вовке было не до его слов. Внутри его уже начались какие-то процессы перевоплощения с простого парня в бессмертного кровопийцу. А Мишка, когда выбежал из дома, не останавливаясь, хотел бежать домой, но ему преградил путь довольно крупный волк. Шерсть его была черного цвета, и глаза светились красным. Он оскалил клыки и зарычал. Мишка бросился бежать в сторону леса, но волк был быстрее и уже в первых кустах нагнал свою жертву. Мишка вскрикнул, и наступила тишина. Волк нагнал Мишку, толкнул его, и он упал, ударившись головой о пень, потеряв сознание. Волк склонился над ним и, прокусив шею, стал жадно пить кровь. Это был оборотень. Тем временем у Вовки ломило все тело, как у наркомана. Превращение шло полным ходом. Всю ночь он провел в мучениях. Под утро уснул прямо на полу. К ночи он проснулся. Его ощущения были необъяснимы. Сердце казалось, что не бьется. И жуткая жажда голода. Только не еды, а крови. Вампир подошел к Вовке и сказал: «Сегодня у тебя будет первая охота. Кровью ты насытишься намного дольше, чем простой человек едой». Вовка не хотел убивать людей, но жажда крови была сильнее его чувств. И он вышел из дома. Было темно, но безлюдно. Он пошел по дороге к деревне. Вдруг перед ним из кустов выбежал волк, очень крупный, и остановился перед ним. Волк оскалился и сверкал своими красными глазами. Луна светила сзади Вовки, и он отчетливо видел его клыки. Волк прыгнул на него. Вовка, сам не ожидая от себя, увернулся от выпада, и волк пролетел мимо. Развернувшись, он приготовился ко второму прыжку. Но в это время луна спряталась за тучей, и с волком стало твориться что-то непонятное. Он встал на задние лапы, и Вовка увидел, что тело у него человеческое, только обросшее черной шерстью. Он стал корчиться, как будто от боли. И Вовка увидел превращение оборотня в человека. Как же он удивился, когда увидел перед собой Мишку. «Друг мой, ты...» — Вовка хотел сказать «живой», но сдержался. «Ты прав, Вовка. Непонятно, живой я или нет», — ответил Мишка и продолжил. «Я никогда бы не напал на тебя, но когда я превращаюсь в этого зверя, то я никого не признаю. Для меня все враги.
кроме своих собратьев. По твоим клыкам я вижу, что ты породнился с тем мужиком из подвала. Теперь нам суждено быть врагами, а не друзьями. Извини. Я с этим ничего не смогу сделать. Но как так? Я тоже не хочу с тобой враждовать, сказал Вовка. Тебе это удается, а я не смогу, когда луна выйдет из-за туч. У нас мало времени. Она вот-вот появится, и я не хочу снова вступать с тобой в смертельную схватку, ответил Мишка и скрылся в кустах. Вовка был очень расстроен тем, что теперь они с Мишкой обречены быть врагами. Вот такая история. Если понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, и вы не пропустите очередной рассказ.